Приветствуем вас на матче единой лиги ВТБ. Сегодня казанский «Уникс» у себя дома в баскет-холле примет белорусскую команду «Минск». Дуду, что не трогает его, а Лобери в защите отрабатывает. Прости, дали, не получилось. Точнее, получилось, но бросок был не точен. А Джален Рейнольдс свой Лобери очень легко уже после контакта Рейнольдса. Рейнольдс Постер! Добрый вечер! Вот это я понимаю, зажим. Принимает. Вячеслав, зайдите попозже, а в ответном владении Вадим Ступеда вколачивает мяч двумя руками. Сыча на выезде. Здесь Рейнольдс отрабатывает в защите. Мейка на Рейнольдса. Они все знают прекрасно, кто здесь хайлайт-машина. Мейко на пенандер, пролетая под кольцом Сидни. Сложнейший бросок против Мейкона. Мейком в быстром отрыве успевает набрать 2 очка под сирену. Дистанции, то там вообще цифры запредельные, 65%. А вот так Суприм Ханна, когда они едва-едва не проиграли в Минске. Рейнольдс! С дуги врывается в краску. Примерно в такую же погоду, мне кажется, играли бы чемпионат мира в Катаре, если бы он проходил летом. Ханна залезает под блокшот. Луи Лобери, тот в волейбольном стиле абсолютно. Вертикально взлетел, вертикально же против него защищались. А здесь Микульский двумя руками сверху с сопротивлением. Кольцо не проваливается. О, вот это здорово. Это то, что Зиненко умеет. Перехват от Хантера, который легкой трусой убегает для того, чтобы сэкономить силы под данк. Дачливе оказались Минчевни. Вячеслав Зайцев, что творит в защите, втыкает мяч двумя руками сверху. Великолепную заряженность демонстрирует Кульский на Ступеду, и тот доносит мяч сверху. 102-53 побеждает казанский «Уникс».